Защитный шлем, два парашюта и автомат Калашникова. Молодой десантник к бою готов. У самарцев на Дне народного единства глаза разбегаются, куда бы пойти в первую очередь. На набережной десятки площадок – военные, спортивные, творческие. Тут даже выставка ездовых собак – хаски, маламуты, лайки. Чтобы сфотографироваться, люди выстраиваются в очередь. А рядом на футбольном поле сражаются за символичный Кубок Единства. Это команды правительства Самарской области и Дома дружбы народов. Именно последние достались медали победителей. И все это под народные песни, звуки которых разносятся по всей набережной. В этот праздник песня тоже объединяет людей. И мы рады принести эту песню в нашу Россию. Гостем праздника стал губернатор Николай Меркушкин. Вместе с горожанами он принимал поздравления с борта МКС от самарских космонавтов. 4 ноября мы вместе со всеми гражданами России отмечаем большой праздник – День народного единства. Это один из самых молодых праздничных дней в календаре. Но трудно переоценить его значение. Это не только историческая дата, это символ общего единения. В День народного единства каждый мог оставить пожелания всей стране на специальной карте. Валентина Алексеева России пожелала мудрости. Это говорит самое важное. Я очень радуюсь сегодняшнему празднику. Хочу очень самолеты увидеть. Мне сказали, сегодня праздник будет. Я сама мечтала, стала врачом, а мечтала быть летчицей. Зрители, которые так ждали авиашоу, даже внезапный дождь не испугал, как и профессиональных пилотов. В небе вертолет Ми-8, он совершает боевые развороты, зависание, и все это на минимально возможных высотах. Пилотажная группа выступает на вертолетах Ми-2. За ними со скоростью 150 км в час проносится легендарный самолет времен Второй мировой По-2. И последний аккорд этого праздника, который запомнится многим – «Радуга над Волгой». Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».